Леонардыч, давай к нам. О, привет, Дэйв. И Пенни здесь, какая неожиданность. Привет, Леонард. Дэйв как раз показывал мне ваш университет. Это просто невероятное место. Я в курсе, я уже полтора года приглашаю тебя на экскурсию. И каждый раз ты говоришь, что у тебя йога. Никогда такого не говорила. Тогда, видимо, я неправильно расслышал, ведь есть так много слов, похожих на йога. Эта женщина просто невероятна, Леонард. У нее любопытный и гибкий ум, не говоря уже про любопытство и гибкость в остальных областях. Перестань, ну что ты. Да уж, пожалуйста, перестань. Ну так это, Дэйв, может, нам уже пора бы вернуться в лабораторию? А то темная материя сама себя не найдет, знаешь ли. Вообще-то я думал с обеда взять отгул, чтобы провести один эксперимент с Пенни. Правда? А что за эксперимент? Мы будем исследовать воздействие текилы на роскошную 22-летнюю женщину. Да ну какой же это эксперимент? Ты же видел, что было прошлой ночью? Ну так что, поехали? Да. А можно я провлю мотоциклом? Да, конечно, почему нет? Хуже, чем у Леонардо, все равно не выйдет. Ой, да-да, очень смешно. Кстати, нога моя ужасно болит. Спасибо, что поинтересовались.